Еще накануне по улице Магистральной водители ехали, лавируя между ямами. Сейчас это исправляют дорожные службы. Идет интенсивный аварийно-ямочный ремонт. Технология многоступенчатая. Она обеспечивает прочное сцепление литого асфальтобетона с дорожным полотном, чтобы отремонтированные участки дороги не разваливались на следующий день. Литая асфальтобетонная смесь производится на заводе, проходит контроль качества, необходимый согласно ГОСТу. Литая асфальтобетонная смесь укладывается при температуре смеси от 200 до 220 градусов по Цельсию. Данная температура позволяет обеспечить оптимальное сопряжение старого покрытия с литой смесью. Новый аварийно-ямочный ремонт идет по всему городу и в плановом порядке, и по обращениям горожан. Директор МП благоустройства лично проверяет едва ли не каждый метр отремонтированных улиц. Профессиональная заинтересованность переплетается с бытовым пониманием важности решения проблемы, потому что сам автолюбитель. По словам Олега Ивахина, вопрос качества ремонта стоит и на особом контроле у главы администрации Самары Олега Фурцева. Рейды по объектам ямочного ремонта постоянно в рабочем графике. С Олегом Борисовичем неоднократно мы выезжали. Это были у нас выезд, когда была проблема по Южной дамбе, Южному мосту. Нареканий от прокуратуры и жителей становится меньше, отмечают в муниципальном предприятии. А главное, результаты работы заметны самарским автомобилистам. Я каждый день езжу по улице Советской Армии на работу утром. Приятно удивлен. Намного лучше стало качество ремонта. Так нормально, дорога, хорошо ездишь, спокойно. Никаких неприятностей не бывает. Возросло количество ремонтируемых дорог. Уже в конце апреля при наступлении положительных температур планируют приступить к ремонту дорог картами и комплексному ремонту. Результатами очередной проверки директор МП благоустройства остался доволен. На проблемном участке пересечении улиц Советская Армия и Антонова Овсеенко, где проходят трамвайные пути, отремонтированы участки дороги в полном порядке. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.